Добрый день! Сегодня 28 июня 2024 года. Ждала с нетерпением этот день, когда могу поделиться с вами своей радостью, что наконец-то в моем хозяйстве появился на свет вот такой мальчик-красавчик. Полученный от эмбриотрансфера, от мексиканского семени, генетика Юара. От барана по имени Римбомбомбер, ну, надеюсь, правильно называю. Эту овечку мы привезли от Сергея 28 апреля, и вот 2 месяца мы ждали. И вот такой замечательный баранчик, 6-килограммовый, у нас вот родился в хозяйстве. Очень-очень мы рады. Ну, теперь, конечно, буду стараться вырастить его достойным производителем для своих овечек. В общем-то, эмоции, конечно, переполняют, потому что, ну, ждали, конечно, мы баранчика. Но даже если бы и родилась Ярочка, то совершенно бы мы не огорчились, потому что Ярочка в хозяйстве — это, тем более, такая Ярочка и с такими генами. Мы были бы очень-очень рады заиметь. У матери очень жирное молоко. Приходится 2 раза в день отдирать, чтобы там ничего не слипалось. Ой. Ну, когда мы, в общем-то, увидели видео, вот, где Сергей находится в Мексике, конечно же, мечта у нас появилась сразу же заиметь хоть как бы генетику от тех овец. И вот благодаря, конечно, трудолюбию, вот благодаря, конечно, и работе, которую Сергей провел, вот такой баранчик у нас. Баранчик, да, я понимаю, что там гены, и сам он очень-очень хорош. Высокие, ноги толстенькие, рисунок шикарный. В любом случае, те, которые овечки у меня от буйвола, и если потом пустить этого барана, там, конечно, я думаю, там будет бомба. Ну, в принципе, мы к этому все идем, хотим, знаем, чего хотим достичь. И как бы стараемся воплотить свои мечты. Ну, когда-то, может быть, через несколько лет у нас тоже будут не хуже овцы, чем в Мексике. Главное не останавливаться и стараться работать честно, вкладывать и душу, само собой, деньги будешь вкладывать, потому что хорошее животное стоит дорого, как бы там кто бы что ни говорил. Так что вот засняла, потому что очень многие просили, многие ждали, я сама ждала. Вот, пожалуйста. Ну, видно, что баранчик. Он родился 27 числа, 27 июня, в 5 вечера. Так что вот такой вот. Спасибо. Спасибо за внимание, за поздравления, потому что уже многие знают, что у меня такой красавчик родился. Ну и само собой спасибо Сергею.